Друзья, сегодня четверг, и мы решили сделать так, чтобы в четверг были анбоксинги, анпакинги, обнюхинги и, в общем, все остальное. Сегодня я решил поискать вообще в магазине и нашел вот такую вот материнскую плату. Это от Aorus, это Z490, она от G2, ну, совместно с G2, или как-то они так коллаборируют. В общем, это киберспортивная организация, которая играет в CS, Dota, там, во всякие вот такие вот игры. И погнали распаковывать. Не оправдываюсь, да? Смотришь? Смотри. Во-первых, вот сюда. Честно скажу, я вот этот верхний слой снимал и просто посмотрел на материнку. И знаете что? Сейчас объясню. Короче, вначале нас встречает Thank you for supporting the G2 Army. И там, в общем, все на английском. Тут подпись Кенниса, какого-то ноунейма и смайлик. Видно? В общем, Кеннис — это вообще кейсер лютый, насколько я знаю. Это переходник на 3.5 с Type-C. G2 Edition. Второй слой снят, так сказать. Снимай поближе, обязательно. Можешь закрыть эту камеру и снять поближе. Просто ля ты шо, смотри. Так, я ее вытаскиваю, да? Честно, вот давай, дай сюда камеру. Нюхни. Честно. Не, ну я тебе шуток говорю. Китай, такой китайщина прям. Но мне кажется, знаешь, от чего это пахнет? Это вот от этой фигни. Фу, это от нее. Фу, какая мерзость. Мы сейчас к ней еще вернемся, я полностью распакую ее. Тут классические наклеечки от Aorus. Тут у нас вот эти вот стандартные, они с видюхами, их же, по-моему, кладут. Ну, как-то... Ля, ты шо? Видно? Там видно? Здесь видно? Да. Это плашка Кенниса. Типа, блин, многим это вообще ни о чем не скажет, но люди, которые обожают Counter-Strike, как-то фанатеют и играют, и прутся от ребят из G2, для них вот эта плашка, это было бы очень круто. Ну, куда-то, знаешь, пришпандорить. Тут специальные дырочки под гвоздики, шурупчики и все остальное. В общем, можно к стенке пришпандорить. Они в комплекте дюбеля. Или что это такое? Ля, ты шо, это же... Вот это круто, реально. Вот... Может, они компот какой-то? А может, реально, типа, подожди. Нет, системник, может, сюда куда-то. Ну, сейчас мы будем разбираться еще с этим. Тут инструкция, макулатура. Еще вот здесь уже идут доп. Провода всякие разные. Так, тут у нас Wi-Fi модуль, упроститель жизни для подключения всякой передней панели, утвари. И наклеечка Aorus. Ну и SATA и все остальное. Ну, типа стандарт все. И еще макулатура, и вроде как все. Итак, касаемо портов, у нас тут 9 USB, 5 из них 3.2, ну, один есть Type-C 3.2 и стандартный HDMI, для джеков тут входы. Ну и что самое для меня интересное, это интеловский Wi-Fi модуль беспроводной 802.11ax. Ну, антенка и антенка. Короче, вот такая вот получилась материнская плата в распаковке от Aorus. Честно, меня привлек лишь логотип G2, и поэтому я такой думаю, вау, я такого не видел, давайте глянем. Я бы глянул бы на логотип Na'Vi, конечно, если бы они как-то сотрудничали, но там Logitech только. Девайсы можно распаковать. Если вам понравилась материнка, и вы хотите, чтобы мы собрали на ней сборочку, или просто обзор полноценный, не вот этот вот поверхностный, то пишите обязательно об этом в комментариях. А мне единственное, что из этого всего понравилось, это, как вы могли догадаться, вот это фигнюльки от Кенниса. Если кто-то из вас ее купит, эту материнку, будьте добры, пожертвуйте в наш фонд. Я куда-нибудь пришпандорю ее. Она офигенная. Она из оргстекла, чтобы вы понимали. В общем, скажи на лоб себе. Дайте две. Шурупчика.